Всем привет, друзья мои! Играем мы с вами Boom Cards от разработчиков Fingersoft игры Hill Climb Racing 2. Ну что, выберите водителя, позже вы сможете изменить другие настройки. Так, ну давайте, я не знаю. Пацана возьмем. Давайте пацана берем. Так. Хоть вроде я в сообщество и кидал вам оповещение, что типа игра доступна стала, а сам даже... Ну, скачал, сам даже не запустил, ни разу еще не запускал. Но, ребята, вроде как эта игра похожа на Beach Buggy Racing. Ну, да, да. Сейчас посмотрим, будут ли здесь всякие дополнительные... Так, что это за кнопочка? Дополнительные... Ага, есть коробочки. Да, ребята, это тот же самый Beach Buggy Racing. Так, ракета. Самонаводящаяся, да. Посмотрим еще, какие там плюшки будут. Так, молния. Что она дает? Заполняется там что-то. Баллинский. Так, реально, а молния что нам дает? Так, ребят, у нас ракета есть. Слева вижу, сверху у нас шкала с этой молнией, заполнение молнии. Так, что надо? Так, нитро, ребят, это мы знаем. Так, кто-то даже писал в комментариях, что типа Beach Buggy Racing лучше. Слушай, а, это была жвачка, похоже. Кто-то влип. Так, зачем молнию вообще собирать? Молнию зачем заполнять? Вот там, похоже, справа можно было сократить. А все, первое место. Ага. Режим обучения удачно пройдено. Так, ну и по классике назовем мы Daddy Fun. Так, надо было Daddy Fun 2. Окей. Так. Результаты гонки. Здесь мы можем с вами смайлики всякие ставить. Кто-то расстроился, кто-то не расстроился. Так, ребят, Boom Cards. Что мы имеем дальше? Добро пожаловать, поздравляю, получение свой первый тундук с наград. Посмотри, что внутри. Давай посмотрим. 10 секунд, 5 секунд подождем. 5 кристаллов тратить? Не, спасибочки. Такс, вы получили двигатель обычный. Улучшение, скорее в гараж, нужно его установить. Один кристаллик и монеточки тоже дали. Ну, давайте посмотрим. Прокачать свой карт. Так, улучшить. За монеточки прокачка. Так, но детали нужны, чтобы прокачать. Послушай, как уртит мотор. Бьюсь об заклад, вы без труда выиграете следующую гонку. Ха. Скорее всего. А знаете, почему без труда выиграл? Потому что это у нас еще пока что самое начало. Подбор завершен. А что, игроки? Слушайте, а здесь реально онлайн или... Игра реально онлайн или все-таки это записи? Хотя записи не должны быть игроков. Так, окей. Ну давайте. Так, что за фигня? Ух ты. Так, подождите. Ну-ка, ребят, напишите в комментариях, это реально онлайн против реальных игроков? Чего? Ах ты же засранец. Блин, я на последнем месте. Так, я на последнем месте. Нет, уже нет. Уже нет. Ать, все три собрали. Ох, ёк-макарь. Ох ты ж, ё-моё-то. Что за... это была, похоже, электроволна. На, слушайте, а здесь перевернуться можно или нельзя? Бомба, оставляем. Ать, я думал оставить за собой. Я, оказывается, вперед кинул бомбу. Ё-моё, по прямой. Без самонаведения, кстати. А, вот этого мы с вами сейчас попробуем. Попробуем вот этого сейчас поближе подъехать к нему. О, ах ты ж застрял. Он использовал. Блин. Ё-моё, да. Так, у него что-нибудь есть, как думаете? Да на, засранец, как ты мне в тот раз. Так я тебе. Как ты мне, так и я тебе, да? Мы же любим в детстве говорить так. Ладно. Ладно. Ну что, все?
последний... Блин, чуть-чуть бы и... Наверное, проиграл. Так, типа я злой. Типа на этот раз я злой. Ха-ха. Разблокировать еще? А, минута... Ага, ага, а. Так, а что еще-то здесь можно посмотреть? Какие-то особые... Режим особые, похоже. Так, поиск игроков. Давай. Ну, это реально Beach Buggy Racing, ребята. Это реально очень-очень похоже. То есть Финджеру похоже слеза... А, здесь еще... Что? Здесь старт можно еще нажимать, а я что-то... Странно. Так, 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 заносит. Молниевый заряд. Собирай молнии, чтобы увеличить скорость. Ага, то есть получается молнии нужны, чтобы увеличивать скорость. Как это работает, интересно. Ух ты! Попал, да, в кого-то? Ой-ой. Ящичек сзади! Блин, я его взял. А? Да на... Ух, ёлы-то, пал, чё был-то сейчас? Блин, блин, давай, 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 давай. Так, судя по карте, мы с вами где-то сзади. Блин, почти. Почти догнал. Засранец, стой. Стойте. Так, а сколько? Это первый круг. Ребята, первый круг всего лишь. Пока что на третьем месте. Уже на втором. Дать, не попал. Чёрт. Черт, черт, черт. Стоять. На, держи. Сейчас включишь какую-нибудь. Блин. Опять волну рядом с собой включишь. Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты. Ай! Чего? Блин, блин. Слушайте. А, ящик еще один. А давайте еще одного лизуна поставим. Жвачку. Баблгам. Блин, чувачок, только не включай рядом с собой. Точнее, когда я рядом с тобой. Ничего не надо включать. Так, так, так. На, все. Слушайте, ну прям перед финишем, блин, было опасно. Он прям рядом со мной был. Что мы с вами имеем? Что мы с вами имеем? Так, первая позиция очередная. Все из всех трех гонок. Все первые места. Так, ну. Напишите в комментариях все-таки, ребята. Это против реально онлайн игроков или все-таки это боты управляют тачками игроков? А? Напишите в комментариях. Вы не обязаны круто смотреться, но согласитесь, это было бы очень приятно. Примерьте разные костюмы и найдите собственный стиль. Да что вы говорите? Давайте у нас белокожий будет какой-нибудь. Давайте вот такой. Так, башка. Башка у нас... Ха! Улыбается. О, тут бошки женские можно тоже. Не понял. А, это причесоны. Хе-хе-хе! Посмотрите, пацан с прической девушки. Это прям какой-то... Boys and Toys. Слушайте, а давайте будет у нас какой-нибудь Давид. Давид. Слушайте, а здесь прикольные скины и... пакет на башке. Шлемики, забавно, слушайте, а башка что у нас тут? Башка все закрыто. Башка дай пирожка, все закрыто. Так, костюмчики, костюманские. Ух ты, вот, смотрите, скелетик. Супермен, человек-молния. Ну, я не знаю, что у нас, Boys and Toys. Что, это торс девчонки у нас? Что? Я не понимаю, а лицо у нас чье, кстати? А, это вот эта девушка, а это мальчик. А, тут торсы отдельно, девчачьи и мальчачьи. Окей, я понял. Ну что, штанишки давай. О, вот такой стиль. Костюмчик, это у нас Давид. Давид будет, да. Окей, ребята, из Boys and Toys. Ха. Ну что, ребят, на этом все, пока. Ознакомились мы, значит, с игрой немножечко. Нам предлагают гоночку запустить опять-таки. Ладно, давайте одну гоночку сейчас сыграем, бог с ним. И на этом точно все. Так, новая трасса. Новая трасса.
Заносит, слушайте, заносит. Заносит, я на пятом месте. Ой, жвачку кто-то оставил. Так, 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 здесь шлифует очень... Блин, если съезжаем с трассы, ребят, очень сильно тормозит. Машиночка, на кого-нибудь. Не попал, как так? А, и я тоже попал. Как? Ребят, двоих сразу тормознула эта штука. Так, вот здесь давайте сейчас. Эй, какого лешего? Последний круг. Ё-моё. Дэнс. Так, Давид, не подводи нас. Или Артур кто-то там. Давайте это будет Давид все-таки. Артур вроде у них старший, и братишка-то Давид младший вроде, да? Правильно понимаю? Блин, что такое? Так, ну второе место уже пока неплохо, в принципе. Так, слушайте, реально ускоряют, получается. Ну, первое место, опять-таки. Да, ребят, ну что, Давид у нас в очередной раз выиграл. На этом все. Подписки, лайк, комментарий, пишите, напишите ваше мнение. Все-таки онлайн или нет. Все, всем удачи, до новых встреч. Пока-пока.